Добренько. Всем добренько. Да, нормально. Я с ответственностью заявляю, я с полной ответственностью заявляю, что свой кабачок я не полировал, стручок не душил и такой херней не занимаюсь. Я вот так скажу. Я такой херней не занимаюсь. Никаких стручков. Да при чем тут подготовился, не подготовился к стриму? Мысль в том, что у меня работа целыми днями. А в выходные у меня тоже куча дел, и я просто тупо не успеваю вообще стримить. Вот поэтому я и говорил, когда я брал этот заказ про этот Demon's Souls, я, во-первых, сразу предупредил, что я играть, не умею, и, скорее всего, не сумею никогда в жизни. И, это, блин, то, что я загружен просто вот до потолка, и время на стримы по играм, его практически нет. А если оно есть, то я могу поиграть, но что-то максимально простое. С этими, блядь, светильниками лучше доплачивали бы тогда. Ладно. Опять этот еврей стал ныть. Как же это зашкварно. Айфон звук не пишет. Может, руки из жопы у кого-то растут. Вон ретрогопник снимает на айфон. Игра не моя. За такие бабки босса трахнуть можно. Не знаю я. Мне не нравится то, что... Что ты мне все кто-то в пример там приводишь? Вон этот снимает, тот снимает. Ну иди смотри там своих... Кого там хочешь смотреть. Мне-то какая разница. Я говорю то, что какие у меня проблемы. Вот и все. А ты, ну, если сделай. А что я сделаю? Ну и все. Мне что там кто-то что-то снимает, блядь. Я тебе говорю то, что у меня на работе, блин, ни хрена не снимает, блядь, и звук ни хера не пишет. Я и еще дальше. Да я лампочки вообще почти не меняю. У меня вся работа связана. Ты что ж меня так пугаешь? Привет, Олег. Ты не хочешь сделать операцию по смене пола? А нет. Что? Будешь не Олег, а, например, Снежина, найдешь богатого папика и работать не надо. Сиди. В комп играй, да папику ублажай. Ну не дурак ли? Нет, извините, но я такое заниматься не собираюсь. Никогда в жизни не было такой мысли. Спасибо за донат. Ой-ой-ой-ой-ой, ох уж, ёбушки-воробушки. Олежа, ты хочешь сказать, что не можешь снять айфоном? Нахрена ты его тогда купил? Ретрогопник ни разу не технаря снимает годно. А ты ныешь? Стыдно тебе должно быть. А при чем тут снять или не снять? Я тебе сказал, я снимаю на айфон под... Подсъемы все на iPhone сняты. Я снял на iPhone 30 гигабайт. Там в айфонах нету функции усилить звук, уменьшить звук или еще что-то там сделать со звуком. То есть у тебя просто снять или не снять. Вот я его снимаю в логе, блядь, на работе, не в условиях комнаты, не в своей собственной машине. В машине на iPhone я снимал там нормально все со звуком. У меня есть куча кадров с этого iPhone. И со старых айфонов я снимал. Дома я могу с тебе прекрасно снять с iPhone, и у меня тоже будет со звуком. Я возьму петличку, подключу к этому iPhone, и будет все прекрасно. Ну, для съемок она сделана так, что там невозможно. Привет, большой Олег. Экран. А расскажи нам, как ты обходишься без девушки? Сколько раз в день затвор передергиваешь? Твой стручок еще не засох? Ну нет, еще пока не засох, так что не переживайте уж за это. Конечно, у вас вопросики, я вам скажу, очень любопытные. Что ж вас так это интересует, интересно? Не знать. Может, это через iTunes, что ли, надо делать? Как я не понимаю, как это сделать? Олег, наплюй на хейтеров. Лучше вспомни, как мы однажды зажгли свечи, и когда ты делал мне минет. Я капнул воском свечи тебе на головку члена. От неожиданности ты особенно глубоко заглотил, и я кончил. Нет, этот донатер приходит, блядь, каждый стрим теперь вообще поражает. А? Чего бы хотели пожелать на
Ой, эти мне девчонки. Ну так кто-то, блин, из своих, похоже. Хрен его знает. Потому что он каждый стрим теперь приходит, эту херню пишет. С ума сойти вообще, конечно. Товарищ этот, блин, гей. Ну все постоянно приходит. На каждый стрим теперь. Флешка на 64 гигабайта подойдет на PS2 игр? Да, подойдет. Я думаю, что будет работать. Там зависит от флешки. Иногда не может по необъяснимым причинам не подойти, но правило всегда подходит, поэтому подойдет. Спасибо. И помогать друг другу. Возвращайся назад к костру, то все проебнешь. Спасибо, Вячеслав. Угу. Так, ну ладно, пошли к костру, действительно, я сейчас все проебу и пизда нафиг. Так, ну что, давай попробуем, хрен ли делать. Сейчас будем на него сверху прыгать. Ну, где ты там, товарищ, блядь? Народный. Народный молодец. Все, собственно, что ли, убивать? Как бы босс-то и веселый достаточно. Особо не дамажит, особо не бегает. Фаерболами захерачивал воды. Саашай, точка, точка, у нас там коньячок. Ты ага. Выпьешь с нами. Алижа, долго не засиживайся. Завтра на работу. Спасибо большое. Да, так и есть.